отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Три защитника, 3 нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Если гости приехали играть в такой футбол весь матч, то я даже не знаю. Это очень непросто. Так в обороне играть, это нужно очень хорошо знать свои силы и быть максимально внимательным. Какую передачу он отдал. Не получилось развить эту атаку, защитники надежно сыграли. Идет мяч в штрафную. Как отлично он действует и выручает свою команду. Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, в главу. Подали мяч с углового в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Как здорово защитник сыграл сейчас. Марцело Брозович. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Три защитника, 3 нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Если гости приехали играть в такой футбол весь матч, то я даже не знаю. Это очень непросто. Так в обороне играть, это нужно очень хорошо знать свои силы и быть максимально внимательным. Какую передачу он отдал? Не получилось развить эту атаку, защитники надежно сыграли. Идет мяч в штрафную. Как отлично он действует и выручает свою команду. Мяч ушел от игрока обороняющейся команды, значит, в главу. Подали мяч с углового в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Как здорово защитник сыграл сейчас. Марцело Брозович. Отличная футбольная атмосфера на Сан-Сиро. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Три защитника, 3 нападающих.